Итак, друзья, всем ассаламу алейкум, всех приветствую на моем канале, на моем лав канале. Да, это лав контент, лав любовь типа контент, понял? Нормально, сюда лав контент. Друзья, всем ассаламу алейкум, всех приветствую на моем канале Гаджи ТВ, на моем лайв канале. Сегодня мы находимся в моем один из любимых городов или районов Адлер. Район это или город? Это район Сочи, Адлер. Район Сочи, Адлер. Да, да. Возможно, мы не правы, но ничего страшного, брат. В комментариях наши братья подправят. Конечно, поправят. По-братски поправят. Сестры, по-братски поправят. По-сестерски поправят. Да, да. С минуты на минуту к нам подъедут две красавицы. Нет, телефон сразу потушил, мне кажется, сигнал этот сильный, нет? Да, блин, я про красавицу, я имел в виду про машины, да. И не только. Все верно. Ты меня понял? Все. А когда не понял? Короче, все нормально. Слышка, 63-я, кажется. Это прокатные машины, да, брат, или что? Давай спросим. Да, давай спросим, без проблем. Посмотри на этих красавиц, брат. И не, я про машины сразу, чтобы так вопросов не было. Все, я понял. Нормально. И что, что-то с кем-то разговаривать будем или что? Да. Нам сами подходить, да? Не, сами подойдем, давай сами. Что, девочки молодые, может, что-то... Здравствуйте. Он спросить хотел, это прокатный автомобиль у вас или личный, или что, как? Личный автомобиль, короче, да, получается? Личный, брат, личный. Да, базар нет. А на МКах, вы же с вами выпуск говорил, тоже на МКах не выходит. Не, я говорю, нет, давай сами подойдем, потом выйдет, наверное, скорее всего. Подойди. Уважение проявили. Привет. Че, выходишь? Че, выходишь? Я вот тут на улицу, слышишь? С дома кента вытягиваешь, понял, че, выходишь? Это у нас очередной выпуск с этими красавицами. Ну, я про машинами. Ты в общем имеешь в виду красавицами? Да, ну в общем и в целом, брат. Все. Блин, я думал, что это 63-й. Да. Это мимо проехал. Да? Да. А там, где нормально тоже, это у тебя получается 3 литра, да? 43-я. Да. Вот меня друг интересуется, это у вас получается прокатный или личный? Личный. Когда вы только подъехали, он... Друг интересуется. Ну, я тоже. Итак, когда вы мимо проехали, он увидел за рулем девочку, он знает, что мне в первую очередь сказал? Чуть ближе, брат. Да. Мы каждый чем-то не тем занимаемся, может? Поделитесь или... Не надо, давай оставим секрет. Вот да. Лично узнаем, брат. Потом ли без камеры узнаем, да? Да, без камеры. Да, по-дружески. Короче, сегодня у нас очередной лайв-контент. Мы сейчас поедем, немножко покатаемся по городу, поедем на дрифт-площадку. Они вот профессиональные дрифтеры. Пусть их машину пошли, брат, они сейчас не нужны. Пусть машины все, и холодно сейчас на улице. Да, нам холодно, да? Не, вот спустя, брат. Все. Куда едем? Фон. План действий, рассказывай, брат. Красивый же фон, брат. Конечно, шикарный фон, брат, шикарный. Куда едем, говори. Куда едем? Вы же местные? Да. Или дух? Кататься, шашковать. А вы как, давно катаете? Да? Да. Сейчас аккуратно двинем в Олимпарк, а перед этим, я думаю, нам не помешало бы их брызнуть, помыть. Да? Ну, на видео не видно, но они грязные, вот. Да. Да? Помоем? Да, умеешь мыть? Ты на мойке работал? Серёд, ты на самойке работал? Вот так вы бабки подняли, что? Ничего. Давай сейчас поедем туда на мойку, я же договорюсь. Да, пацаны, машины помыть надо. Ты в курсе, что ты с нами здесь находишься, да? Да. А? Да. Мы отвечаем за съемку, за хавчик, за мойку и так далее. Ты в курсе вообще? Ты думаешь, нет, ты... За хавчик нет, брат, за остальное можно ответить. Давай тогда по машине помойте, да, по-братски. Сейчас, аккуратненько. Вы посмотрите, какие красивые тачки. Заезжай сразу туда. Короче, аккуратно, резко брызнем. Блин, какая М2 красивая. У тебя что за выхлоп вообще? Акрополич. Серьезно, что ли? Это же дорогое удовольствие. Да? Это Козлова, да. А, это Козлова бывшая? Да. Понял. Короче, М2 моется. М3 чуть не сказал. Свечка моется. Свечка, кстати, не 63-я оказалась, а 43-я. Сейчас резко помоем их и уже поедем дальше. А пока напишите в комментариях, какая вам больше нравится. М2? Или же Не, у меня много любителей Мерседеса тоже. Не, Мерс тоже красивый. Все, давайте выйдем аккуратненько и поедем. Хорошо. Просто выезжайте для начала. Помочь, подсказать надо или как?
Ну выехать сама сможешь? Давай попробуй. Блин, он два тоже смотрится, ну? Саранча. Блин, смотри, какая, когда чистая, такая красивая цешка тоже. У нее что за громкий выхлоп? Давай, 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 давай. Прикинь, засадят друг друга. Не, Мэрин тоже красивый. Камера, это их очень частая проблема, вот этот занят. А, вот, заработал. Прикинь, заработал. Она открылась. Все, давай, выезжай. Заработала? Я постучал, она заработала, представляете? Сейчас аккуратненько двинем. Все, езжай, короче, в Олимпарк. Короче, ну езжай, мы вперед-назад будем вместе с нами, езжай, все. Наша мафия тоже в сборе. Камри. Все, поехали. Опа. Так, это что такое? Красивые взрачные двери, да? Нет, я вообще-то про это. А, блин. Так, все, мы тронулись. Так. Только аккуратно, пожалуйста. Я в последнее время... Тихо, 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 тихо. Чуть-чуть контроль держите на собой. А ну езжай, езжай. Красивая. Мне кажется, она борщ, ну, такая звонкая, очень звонкая. Не, ну конечно, у нее пропоечку. А ну дай! Спасибо. Она весит. Не, она красавица. Красавица. Мэрс тоже не подарок, ну? Да? Мэрс тоже не подарок, говорю бы. Нет, наоборот, хорошо, типа не подарок, типа, нет. Наоборот. Короче, наоборот. Слушай, ты сможешь по кольцу дать, а мы за твой успеем? Попробуй. Аккуратно. Тормоз, газ. Ладно, езжай тогда туда, направо. Мерс тоже очень хорош, очень. Давно вообще на Мерсе? Полгода я ее вот купила, но я еще так не научилась прям хорошо ездить. Да. Она полный сток, и нет никаких там стейдж, выхлоп. Да? Ну, да? А этот, не, что ты про дрифтить имеешь в виду? А, дрифтить? Да. Ну, я могу просто руль вывернуть и покрутить. Ага, а так, нет, для этого тебе нужен задний привод, по сути, чтобы хорошо. Да. И у него очень хорошая тяга, очень. Ну так, для девушки вообще шикарно. Да блин, да даже для парня это офигенная машина. А сколько вообще, ну, цена ее на сегодняшний день? 6 миллионов. Блин, за 6 мультов можно было 2 в 10 М-ки взять. Где? Ты чё? А, ну, кстати, да, ну они же старые, там год 12. Ну да, в смысле старые, новые тачки. Давай сейчас место просто газоните, хорошо? Конечно, ну поэтому же я говорю. Давай, да, стоп, стоп, стоп! А, на зеленый, ты правильно затронул. Все, она проиграла. Блин, она не стартовала. Не, это ее вина, это же ее вина, она проиграла все. Не-не-не, она уже проиграла, все. Ты хочешь еще раз? Тихо-тихо! Эй, аккуратней, пожалуйста! Ты что? Она могла... Эй, она сейчас налево повернет и засадит. Стой, ну куда, прямо? Ну езжай, сзади не остановись, Кать. Ошалеет, ошалеет. Это что было сейчас? Это вообще, блин.
Блин, что вы понимали? Чуть, просто чуть не засадили тачку. Если бы она вовремя налево не завернула бы, эта тачка просто уже в ЦО. Она всю морду снесла бы себе. Арина чуть без М2 не осталась. Но ничего, у нее еще и в 90 тоже есть. Ну если бы я тогда на встречку не вывернула, она... Да. Ну я думал уже все. Короче, сейчас сяду в эту М2 и уже аккуратненько, я думаю, двинем на дрифт-площадку. Опа, ох, блин, здесь ключи. Так, все, трогаемся. Блин, ну тут значительно мало места, нежели чем Мерси. Тихо. Она нормальная идея. Не держится. Не держится, это же хорошо, когда не держится. Тихо, а у тебя что, этот, там заслонки есть, что ли? Да, кнопочкой. А ну, сейчас газ нажми. Он заедет. Он намного тише. Да. Блин, я еще и говорю, как ты, говорю, так ездить постоянно с этим звуком? Это же раздражает. Сейчас какая цена у этой М2? Ну, около 4,5-5. Ну, здесь, конечно, пробег, она после репетитора, можно... Она битая, крашеная, перевернутая, да, получается? Да. Ой, нет, ну, серьезно? Ничего серьезно? Ничего серьезного не было. Она получается перформ, как перформанс на Мерс называется. Это как называется? Competition. BMW M2 Competition. Она Competition, да? Да. А, ничего, это хороший аппарат. Да. А ну дай. Стой, сейчас заедешь в нее тоже. Просто остановись. А, как будто это для нас светофор. Ты что, ключ на ключ хочешь поставиться? Нет. Ну с места, у тебя же полный привод. Давай, сейчас. Или на зеленый, если не, нет, на зеленый. Ну, нормально. Ну, она не поедет. Просто первая тронься и все. У нас букс! Да. У нас конкретно буксуют. Здесь направо. Блин, ты конкретно окружающих пугаешь? Нет. Так это ж... Соседи как вообще к тебе относятся? А как мы тут повернем? Поверни, поворачивай. Я с потока смотрю. Стой, брат. Поворачивай. Стой. Тут Арина проезжает, не видишь, что ли? Короче, наконец-то мы приехали на дрифт-площадку. Можешь задом боком дать и двоих сбить? А, то есть раз. Тихо. Их не сбей, только хорошо, я пошутил. А, ты пошутил? Да, шутка была. А, останись вот здесь. Вот же эта песня. А, не досталось всех, да, уже? Ну, иногда я прима. А ну, уже дождь пошел, да, у нас? Ой, блин, спасибо. Ладно. Короче, на улице пошел дождь, но мы все равно снимаем. Камрюха тоже с нами здесь. Сейчас на этой площадке конкретно покрутим и уже поедем дальше. Короче, сейчас Арин, Крис, Ксюс. Короче, вот этот крик, а? Лера. Прости. Поставят Мерс сюда в центр. И она попробует вокруг тебя. Это типа будет видео унижения Мерседеса? Не, это будет танец вокруг Мерседеса. Ну... Ты не доверяешь своей подружке, что ли? Нет, она хорошо, она умеет, она курсы даже проходила. Не, смотри, если она засадит, мы вместе откроем сбор и... Засадит? Оно имеется в нее ударит. Они профессионалы. Я знаю. Короче, давай. Что, ты готова? Да, я готова. Засадить Мерседес. Не надо. Ты готова сделать самый красивый дрифт на свете, который будет наберет 1 000 000 просмотров? Конечно.
Все, отлично. Почти, почти получилось, почти получилось. Фары выключи. Тихо, 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 тихо. Ты этот, если хочешь, или делай. Да я сейчас все будет. Нет, ты возьми большую дугу. Слушай, ты близко чем берешь? Отсюда давай, давай, пошла. Тихо, 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 тихо. Слушай, этот, что-то напряжен. Подожди, подожди. Слышишь, чуть уверенность придай, да, брат. Ты широко чуть возьми, широко возьми, я не дрифтю. Широко возьми, не бойся, газ держи. Мы рядом, давай. Смотри, широко возьми. Возьми шире. Вот сейчас, да, и держи газ просто. Вон. Ой. Отсечка. Вот пошла! Пошла, пошла, пошла! Ты пошла, 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 пошла! Пошла, пошла, пошла! Отлично, не, умничка, умничка. Насколько у вас оценка, оценка? Все четко, удачи, брат. Все бомба, я же сказал, мы рядом. Мы рядом, брат, мы рядом, все четко, четко. Еще два пятака дадите или оставить? Дадим, конечно. Попробуйте, брат, потом нарезку сделаем, не ставим, там вычеркнем, тут зачеркнем, не? Не, она сейчас сделает, нормально, все, давай, 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 как я скажу, по-сусски, я че, нормально, я слышу. Вырезай, это осуждаю. Осуждаю. А ну, что происходит? И пошла. Пошла, 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 пошла. Пошла, 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 пошла. Молодец. Видишь, ну ты если поиграешься немножко еще и поймешь. Да, да. Поиграйся, поиграйся. Научись. Вот, умничка. Смотри, не передерживай. Не передерживай, слышишь? Крутись, вот, езжай. И потихоньку разгоняйся. Сильно не надо, потихоньку. Ты передержала. Обратно руль брали. Молодец, молодец. Было, было, было. Все, 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 что-то... Лера сначала такая, нет, не надо, а к вам можно? Сейчас ты вокруг нее, хорошо? Давай, попробуй. А? Ее или тачку? Меня давай. Давай, попробуй. Сейчас этот Мерседес будет крутить. Давай! Оно хорошо идет. Давай, давай я сейчас к тебе сяду и объясню. Да. Так, ты же крутила, ты же умеешь крутить? Это мой второй раз на этой машине, но я в целом не умею дрифтить. Смотри, у тебя стабилизация полностью отключена? Ну вот, видишь, off горит. Это понятно, можно с руля полностью отключать. А вот, да, как это делается? Это хер знает, надо как делать. Надо как-то в меню заходить. Но да, да. Ну, так, боком. Ну, давай, попробуй так. Не очень хорошо. И я еще хотела спросить, вроде бы нужно вот здесь еще потыкать, чтобы она только на первой... Делала, да? А она, ты смотри, ты да, только на, вот так на ручную переключи, и все, а, все, нет, она на первой. Надо вот так сделать, все, только на первой, да? Ну да, только на первой, да. Не, что... Вот... Нет, пошла. Не, она идет, но я не знаю, какая типа тактика нужна. Просто смотри, когда она уже пошла, просто газ пол не отпускаешь, и все. Пошла, пошла. Нет, ты в этот момент должна была на первую скинуть. Короче, мы сейчас будем смотреть, как отключить стабилизацию. Ну, как отключить полную стабилизацию. Тут отключается, а есть у Мерседеса такая тема, я не знаю, для чего она придумана. Отключается полная стабилизация. То есть ее надо глушить, зажигание, что-то там. Пока Мерседес разбирается, как отключить стабилизацию, BMW уже там
исполняет, на исполнениях ведь. Просто эту картину. Она смотрит, как отключить стабилизацию, а в то время, как бы... Показано. Ну ты рейс смотри, рест. Ты рейс смотри. Ладно. Посмотри на нее. У нее тоже фамилия Дрифтовна, да? Ну ладно, я думала, что... Что получилось? Получилось что-то, да? Ну, так, чуть-чуть. В смысле? Ну вот, смотри. Парковка не горит, да, получается? А, не горит. А ну покажи, как надо. Ой, вот, пошла. Крути, держи, держи газ. Ну видишь, я держала в пол газ. Вот. Нет, на мокрый, она ни грамм не умирает. Вот. Пошла. Ой, блин, у меня голова закушилась, клянусь. Вот же она пошла. А что ты говоришь, не идет? Она выравнивается. Нет, она в моменте идет, потом не идет. Она не дает, как будто бы. Да. А почему можешь она... Попробовать? Не, я могу попробовать, если надо. Ну, ты можешь ее не сильно жарить? Вообще могу не пожарить, покрутить. Давай. Ой, блин, вот ты маленькая. Так, у тебя чек загорелся. Блин, такая паника. Ты чё, мы болтаем или едем? Точно! А, 92, все нормально. 92, все нормально, сейчас 150 будет. Ты... Да, отходи. Отходи. Ой, видишь? Вот у тебя самого не получается. Не, сейчас подожди, я только сел. Лепестки просто неудобны. Ну да. Ой. О, видишь? Ну да. А мне говорили, что я... Ты камеру не держи. Да, я держу. Если что-то станет, я ключи отпер, дам тебе. Ой, спасибо. Нет, есть такое правило, разбил, купил. Стой, подожди. А, активная система торможения. Ой, господи. Ну, мне кажется, ей достаточно. Не, она нормально, этот арабский дрифт получился у нас. Я думал, так лево-право швырять, потом уже и покрутить. Она все равно скидывает скорость, понимаешь? Угу. Успокоилась? Ну да. Все, не будем больше ей мучить. Арабский дрифт был у нас. Ну, красиво получалось или странно? Да. Но она идет, да? Не, она нормально. Я думала, ну такие машины же созданы, чтобы вжарить. Конечно. Это же AMG. Ну все тогда, она даже на большую ресурсы. Показать для чего вообще она по сути? Для шашек. Нет, показать или не нужно? В плане. Ну, она что еще может вынести? В плане дрифта? В плане сейчас пожарит. Не надо. Я шучу. Хочешь так ли я прав, как арабский, как я пошвырять? А это вообще, ну... Не, ну у меня и так... Не, вот так... Получилось? Не, вот так попробуй, как я сейчас. Обратно рули. А вы газ нажми. Обратно рули, газ нажми. Нет, вот сейчас почти пошла, видишь, две. Почти получилось. Если обратно газ нажал бы, ее вот так же выбросил. И ты змейка вот так пошла бы. Это очень красиво со стороны смотрится. Красиво было? Очень изумительно.
Спасибо. Сногсшибально, умопомрачительно. Спасибо. Сейчас, сейчас. Не, так получилось у тебя почти. Я думаю, если у тебя был, она была бы на заднем приводе, ты вообще... Да, ну... конечно. Спасибо, что вы посмотрели. Чуть был волосы этот. У тебя своей жизнью живут. Идем, выйдем. А ты сможешь так же арабский дрифт сделать? Ну, вот так вот, лево, право, лево, право. Да. Давай попробуй. А? 360 сделаешь? Давай попробуем. Сейчас на М2 попробуем арабский дрифт. Вот это лево-право, то, что это арабский дрифт, который называется. Он очень красиво смотрится, если его уметь делать. Да я просто не пробовала. Ну, это получается просто дрифт и перекладка. Да, перекладки. Лево-право, лево-право, лево-право. Ее желательно на второй делать. Если на первой делаешь, надо быстрее делать. Такие маленькие. Да, возьми. Газ, газ, газ. И налево, газ. Нажми, нажми, и направо. А ты на вторую кинул? Направо и налево, налево сразу. Хочешь 360 сделать? Знаешь, послушай просто меня, пожалуйста. Ну, если как, ну, если что-то не так пойдет, вовремя тормоз нажми. Смотри, сейчас, знаешь, с этого поворота надо будет тебе выехать. Я видела, как его делают, и на этой машине делали. Ты едешь, едешь, резко руль. Оп. И вправо, и влево. И на второй газ пол. Она вот так вот так сделает резко. Сможешь? Попробую. Попробуй. Газ пол. На вторую. На вторую и влево. И вот в этот момент надо вот так на газ нажать. Давай. Когда ее вот так обратка стала, она, ее надо в руль налево. Ага. Давай на вторую. Видишь? Почти. Тут получилось 320. Да-да-да. Вот дай газ. Уже взорвалась, да? Ты уже злая. Не, на мокрой, посмотри, самый длинный дрифт в мире был зафиксирован на F90 и на мокром асфальте. Там машина дрифтовала, что-то понял, 13 то ли 8 часов. Да, я слышала. Вот, на мокрой он пройдет, то есть, если на сухой 100% стирается, на мокрой 0,1% стирается. То есть, понимаешь? Добрый день. Добрый, добрый. Ребята, а что творите-то? Дети ходят. Мы же на площадке дрифтуем, мы же аккуратно. Это тут... площадка, это автостоянка. Здесь люди паркуются, дети. Мы же никому это не мешаем. Вот мне конкретно мешает. Как я вам обещал. Короче, подошли, сделали замечание. Ну хоть мы здесь никому не мешаем, но все равно. Ой, блин, что подъехало? Дочь. Ну все равно, нет, замечание было вполне адекватное, потому что тут, да, тут машина, не здесь площадка, но все равно мы никому не мешали, все равно. Ну ничего, сейчас мы сюда вроде кого-то вызвали, поэтому мы отсюда аккуратно уезжаем, будем немножко с всеми по городу как покатаемся. Ты за рулем всегда такая серьезная? Я недовольна этим мужчиной. Почему? Потому что я вот-вот научилась делать 360. Хочешь, заедем обратно? Не-не-не. Давай заедем. Выехали в Сочи. Чуть аккуратнее, пожалуйста. Ты ходовую там оставила, не? Сейчас в туннеле будет очень прикольный звук. Давай, давай, давай. Это что? Давай, давай, делай. Сейчас, Лера, давай. Газ в пол. Проверяем. Да не пол. Че за город, твоя цешка ни грамм не уступает ей. Ты знаешь это? Но это естественно. У нее задний перегиб. Но у нее нашита на втором стейдж. У меня полный стоп. Мне 390. А, она, кстати, шитая. Стейдж первый, да. Стейдж второй. Она первый говорит. Блин, давай справа.
давай ты справа. Ты справа, да. Нет, зеркало не закрывает. Давай ты слева тогда. Да, блядь. Я не могу ее догнать. Ты можешь? Не, я могу, просто, ну... Тихо, тихо, тихо. Вот слева, дай. Да, блин. Арина. Блин, как это громко. Давай, вот сейчас рядом езжай с ней. Вот, да, тоже на чужой телефон едем, снимаем. В городе Зорро. Дай, дай. Если не будет двигаться, дай справа. Двигается, двигается. Давай. А ну вот сейчас 360 разгонись. Нет. Давай, у тебя получится. А, 280 хотя бы. Как нет? Тут нет прямой. Тут нет прямых, тут надо боком все заходить на все На заднем приводе я так не заходил бы в город без за него. Ну да, вот именно, я вот не понимаю, тихо, тихо, тихо. Нам прям не страшно. Ты сколько летела максимально? Да я так не летаю в город. Я очень аккуратно езжу. По 200. Марина уже 2 магли. Блин, по сути мы не медленно едем, 108, почти 180 в туннеле, ну, это... В туннеле это опасно вообще. Типа, постоянно аварии в туннеле, потому что там мокро, течет, и прям нужно аккуратно. Так, это смешно выглядит. Она вообще не гоняет, 180 в туннеле. По перевалам ей руку хочет. Тихо, 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 тихо. Что, перевал твои стихии, что ли? Да, я обычно, я обожаю... Тихо, 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 алло. Чуть тише, тише сейчас. Мы с парнями здесь обычно гоняемся вместе, кто быстрее доедет. С парнем? У него коль чуть-чай. Это я еще не сильно быстро, потому что... Ну, тише езжай, пожалуйста. Ты нормально так... Я просто боюсь, что она поворот не зайдет и засадит. Нет, она зайдет. Ты думаешь? Да, она зайдет. А сзади которая? Сзади опасно, потому что мокрый. Я думаю, конкретно сегодня пошумели, конкретно устали, нам еще въехать в Дагестан. И я думаю, хороший выпуск получился, не? Бомба, бомба, брат. Да? Особенно с таким видом завершаешь ты его. Вид одно, и на этого оператора смотрите. Ты там китаук, что ли? Да, да, да. Просто серьезный вид. Серьезный вид и серьезные девочки, брат. А когда не серьезные, не? Девочки, что, выйдите? Да, 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 выходите, выходите, девочки. Что-нибудь пожелание скажите, да, дорогу едем. Дорогу. Что-нибудь подкиньте в дорогу. Что-нибудь подкиньте в дорогу. Пару пошёчек. Отдельно хочу поблагодарить девочек, которые помогли сделать мне контент. Которые не пожалели свою резину. Резину, нервы. Нервы. Бабки. Он сильно мучил, когда объяснял рядом. Сидел когда. А учил как, нормально? Он тоже учил ездить. Да, все, девочки, спасибо вам за то, что поучаствовали, посодействовали. Ирина и Арина. Дрифт. Лера. Лера Дрифтовна. И... не надо, не надо, уйди там обратно. Да, нормально, нормально. Да. Кстати, их инстаграм оставлю вот тут. И инстаграм, и тут инстаграм. Можете подписаться. Никогда не оставляют. Монтажа никогда не делает. Я тебе отвечу, она правду говорит, она правду говорит. Я не осуждаю, не осуждаю. Не, если я не оставлю, ты... Наш инстаграм, вот, ковбой, сними. Давай, не, вот тебе послушай, послушай. Если я не оставлю инстаграм, они могут страйк кинуть, мой канал навсегда забанят.
Я вот, нет, они такого не сделают, они такие, как ты. Не, я оставлю их инстаграм вот здесь. И скажу просто, можете перейти, подписаться. Они ведут свои страницы очень интересно, очень активно. И да, вот ты перейди, брат, подпишись. Вот сейчас подпишись, ты. Нет, Стас, он сегодня Бэтмен снялся. Я сегодня Бэтмен. Давай, говори, говори, как было у них? Сейчас, брат, подпишись. Арина. Ага, Ари. Арина Дрифтовна. Да, Дрифтовна? Где? Арина, вот я вторая тут. А, да? Ну, для видео, потом пишет, для видео пишет. Ахалай, махалай. Не, не надо пишет. Ладно, он пишет. Давай, давай, ты скажи, я подпишу. Лера. Лера. Я помню, я сказал бы, ты перебила меня просто. Да, вот. Лера. Эй. Плюс подписка, бля. Короче. Не пишите плохие комментарии, потому что я плохо дрифчу. Я вас, блин, натяну жесть. Не, короче, на самом деле... А ты не хочешь махать копию, просто подрочить, пошли? Девочки, не-не, у них там не получается у них. Почему? Получится у них. Поехали в Махачкалу с нами сегодня? Прям сейчас. У нас уже планы. Не, серьезно? У них другие планы. Не, встаньте вот так по-другому. Хотя бы до Хаса поедем. А ты, не-не, ты сюда, ты сюда. Кинул ломал, блин, Хаса. Короче, ребят, еще раз спасибо вам большое. Ребят, также еще раз напомню, вот их инстаграм. Прикинь весь ролик, вот их инстаграм. Все, девочки. Да, все, вам пока. Все, будем на связи. Когда другие тачки купите, тоже я на связи, вы знаете. Окей, пока-пока. Все, все. Не, все уже, можешь сесть. Не, ложись посади. И на капоке не будет. Тормозитовать. Так, ничего, в свою очередь тоже хочу сказать всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, комментарии. Все это, все эту движуху делайте. А для вас я всегда буду делать грамотный, четкий, мощный контент. Вы то, что... Пожалуйста, вот есть такой народ, который видит девочки и уже начинает что-то личное. Эй! Вот. Видя девочек, ненужные гадости писать. Ребят, у меня ни грамм, ничего. Кричи. Не, ты все сказал, Уцы. Видя девочек, не читай гадости, братья. Не, бывают девочки тёлки, а бывают девочки хорошие девочки. Вот эти девочки. Пожалуйста, просто хочу сказать, чтобы ничего плохого не писали, не думали. Про кого? На этих девочек. А чё можно о них плохо думать? Молодые девочки, они за рулем только недавно сели, брат. Нормально двигаются. Конечно, нормально двигаются, проблем никаких нет. Никто чё писать будет, не пишет. Что, ребят? Она опять? Всё. Братья, что ты, про меня лично пишет. Зачем ты её снял? Она уже уехала, брат. А, уезжает, что ты приехал? Не, останься, не уезжай. Не, подожди, не уезжай, мы с тобой до Хаса едем. Короче. Нет, все, нормально, добро. Уезжай отсюда. Короче, все. Исчезни. Короче, все.